Яндекс Ньюс. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». И еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». И Петрович Андрей в нашей студии. Здравствуйте, добрый день. Вот только что мы с Константином Рангсом говорили на темы вот экологии, климата, и прозвучало вот у него все расчеты о том, что к 50-му году недостаток питьевой воды станет одним из самых вообще страшных бедствий, и люди там будут бороться именно за воду и за питьевую воду. Да, согласен с вами, этот ресурс важный, потому что, как сказал когда-то Леонардо да Винчи, что такое жизнь, он ответил, что жизнь есть одухотворенная вода, да, это было так сказано, поэтому мы все состоим из воды на 90% при рождении и постепенно эту воду теряем. Но почему, что происходит с экологией? Здесь, наверное, самый правильный вариант – это мировой океан. То есть, вот что такое, например, море? Нам повезло, мы живем на море, да, мы дышим влажным воздухом, он с минералами, то есть, и нам еще вот это все нивелируется, все это вредное воздействие. Плюс, нам хорошо, что вся, скажем, промышленность уничтожена, да, нет никаких вредных выбросов и нет худа без добра, зато как бы чистый воздух. Поэтому есть всегда плюсы, есть всегда минусы, но то, что происходит сейчас с людьми, особенно благодаря коронавирусам, или даже вот возьмем океан. Значит, океан раньше был, его pH 8,4. pH, он щелочной, да, и сильно щелочной. Сейчас он уже 8 и даже ниже 8 доходит, то есть океан закисляется. То же самое происходит и с нашим организмом, То есть наш организм закисляется. Вот я говорю как человек, который закислялся долгое время разными алкогольными напитками. Вот что общего между ацидозом, между дегенеративными болезнями, к которым относятся порядка 40 тысяч болезней, да, это и сахарный диабет, и остеопороз, и простатит, и как бы и желудочно-кишечные проблемы, сердечно-сосудистые проблемы, проблемы с нервами. Почему говорят, что все болезни, например, от нервов? Вопрос в том, что главный наш, условно главный нерв, он называется блуждающий нерв. Что такое блуждающий нерв? Это не значит, что он блуждает где-то по организму, а просто он везде находится, практически по всему нашему организму он, этот нерв проходит. И благодаря тому, что я с вами сейчас говорю, за это отвечает блуждающий нерв. Да? Блуждающий нерв. Но вот нервозное состояние, не знаю, как у вас, но особенно российские СМИ, где я больше времени нахожусь, да, вот только что говорил, выступал руководитель радиостанции «Эхо Москвы» в заставке, он говорил, что главное не начать бояться. Так вот, все врачи и все специалисты рекомендуют, что главное не начать бояться, бояться коронавируса, потому что человек, когда боится, что с ним происходит? У него начинает биться очень сильно сердце, у него повышается давление, и его иммунная система резко падает, то есть резко дает сбой. А что такое иммунитет? Ведь, ну, это пришло от слова иммунитас, да, то есть иммунитас, иммунитет, это целый комплекс, и их всего у нас три иммунитета. Первый иммунитет, когда к нам в организм проникают вирусы и бактерии, они попадают к нам каждый день, когда в нашем организме образуются раковые клетки, именно иммунная система их нейтрализует, они образуются в организме каждого человека, да, и вторая иммунная система – это защита нашей клетки, да, внутри нашей клетки, и третья иммунная система – это в ядре клетки, то есть это последний рубеж. Так вот, как правило, от чего люди умирают, если говорить о коронавирусе? Я могу сказать, это мое, опять же, сугубо личное мнение и оценочное суждение, но большинство людей уже заражены коронавирусом, даже им не болеет, потому что они его боятся. Именно от страха. Страх – это самая важная вещь. На чем была основана вся система, например, 90-х годов, на нагонение жути? Все плохо, все плохо, все плохо. Человек видит, что все плохо по телевизору, слышит, что все плохо по радио, и ему становится плохо, потому что человек обезьяна, по большому счету. Как в физическом смысле, это говорит мода нам. Ну, смотрите, мода сегодня штаны рваные. Вот, отлично, носим. Завтра китурка будет назад, будем носить, да. А второе – это то, что человек – существо, которое воспринимает все, что происходит в этом мире. Он резонирует со всем окружающим. Поэтому вода – это резонанс.
На чем основана, скажем, есть такая даже теория, что вода – это живое существо. Правильно? Вода умеет мыслить. Если воде говорить, что ты, я тебя люблю, ты хорошая, ты любимая, то вода будет давать это все нам. А на этом основаны заговоры на воде. Можно в это верить, можно не верить, но есть такой японский ученый, который это проверил. Да? Он ставил классическую музыку и замораживал молекулы воды, и ставил рок-музыку или какие-то грубые матные матерные слова, и получалось, что молекулы воды, когда они слушали классическую музыку или им говорили слова любви, были идеальной снежинкой. Ну, если вот так говорить, идеальной снежинкой, кристаллическая форма ее была прекрасна. А когда вставили какую-то музыку другую, то есть, ну, негативную, или говорили слова негатива, то ее кристаллическая решетка сразу же терялась. Ведь слово может убить. Согласитесь, кому-никому, а на радиостанции вы знаете, что слово может убить. Да? Слово может убить. Поэтому, друзья, вот рассказано вначале было слово, но все-таки я считаю, что без воды ни туда, ни сюда. И вот я на протяжении 9 лет, уже пошел 10-й год, как я занимаюсь ионизаторами воды. Мы самая крупная компания в России по продажам ионизаторов воды. И, конечно, во многом это связано с тем, что мы самая крупная компания по рекламе ионизаторов воды. То есть у нас идут почти ежедневные эфиры на «Эхо Москвы», ежедневные эфиры на радио «Комсомольская правда». Мы вещаем, у нас идут часовые ежедневные эфиры на 4 телевизионных каналах. Ну и, наверное, здесь вы хоть раз нашу рекламу слышали, да? То есть, я, во-первых, принес вам подарок. О, а что это такое? Это новый прибор, который появился у нас, да, сегодня. Рекомендуют даже доктора, и вы знаете, что во всех больницах установлены такие УФ-лампы, которые убивают вирусы и бактерии. Так вот, этот прибор, который сочетает в себе три разных функции. Это и УФ-лампа, которая безопасно может работать каждый день, убивать все вирусы и бактерии у вас дома на площади до 60 квадратных метров, да, то есть для одного помещения будет достаточно. А второе – это ионизатор воздуха. Что такое ионизатор воздуха? Ну, в самом названии ионизатор есть уже ответ на вопрос, что же это такое. Ионизатор, что такое ион? Это атом, который имеет или слабоположительный, или слабо отрицательный заряд. Так вот, я дарю вам этот ионизатор воздуха. Ведь у вас уже есть наш ионизатор воды, а ионизатора воздуха нет. Да. Поэтому, друзья, вот я сторонник всегда теории «доверяй, но проверяй». Что значит «доверяй, но проверяй»? Я всегда советую вам только то, чем пользуюсь сам. Вот этим ионизатором воздуха я пользуюсь сам давно. У меня есть также увлажнитель воздуха, чего я вам тоже советую. Но самое главное, конечно же, это не те процессы, которые происходят снаружи нас. Это тоже очень важно. Да? Мы знаем, что океан закисляется, мы знаем, что чистой воды становится все меньше, мы знаем, что в скором времени мы уже не сможем, наверное, пить воду из-под крана, хотя в Латвии, в Риге конкретно вода из-под крана очень хорошая. Из моего родного города, из Даугавпилса, вода еще лучше, потому что она идет из артезианских скважин. Но давайте посмотрим, что происходит с водой с точки зрения вот ее текучести, скажем это так. Вода где начинает свой путь? Да, вот где начинает путь Даугава? Знаете? Ну, на Валдайской возвышенности. Ну, да, хорошо, именно оттуда, из России, она течет. То есть, ну, а что там происходит? Значит, есть снег, тает, который выпадает в виде осадков. Ну, там представим, сколько летает самолетиков сейчас. Да, и выделяет в воздух разную, не совсем полезную, мягко скажем, там, отходы от солярки, от авиационного топлива. Значит, выпадает в виде осадков, потом тает, и пошла она течь. Так вот, если померить pH воды, когда она только-только стекает, наши Даугавы, любимые, да, или как она называется в Белоруссии, Двина, то есть имеет везде разные названия, но суть это не меняет. Меняет только суть, что находится в воде. Когда она выходит только, вот, растаяла из Валдайской возвышенности, и когда она к нам только уже пришла. Что поменялось? Померили pH воды. Он щелочной, то есть 8.0, от 8.0 до 9.0. Это там, где вот она начинается. Именно там, где начинает. Всегда, почему самые здоровые люди живут под горами, да, именно под горами. Ну, потому что, конечно, и чистота там, и чистый воздух, но самое главное, там чистая, полезная, ионизированная вода, ионизированная природой вода, да, так же, как в лесу ионизированный воздух в сосновом бору после грозы. Гроза – это лучший ионизатор, да? Так вот, значит, мы померили pH этой воды, он щелочной, померили ОВП этой воды, он минусовой, то есть, как и нашей венозной крови, и эта вода будет антиоксидантом. Она будет обладать, именно нейтрализовать свободные радикалы, потому что эта вода будет, ну, полезная для нас, ее организм будет сразу же усваивать, она будет чистая, она не будет загрязнена. А что происходит дальше, когда вода течет уже по речке? Первый город нам встречается, люди выпили эту водичку, помыли машину, сделали
сделали что, использовали бытовую химию, использовали что-то еще, кто-то солярку слил, кто-то масло, кто-то там очистные не справились, ну что-то справились, она идет дальше, уже загрязнена и очищена. То есть второй город на пути, все то же самое, третий, пятый, десятый, двадцатый, тридцатый, пятидесятый, и она у нас, уже у нас здесь, здесь, и мы пьем чистую полезную воду. Ну кому вы рассказываете эти сказки, да? Поэтому, друзья, сегодня вода, как и овощи и фрукты, как и любые продукты, требует доочистки. Мыть овощи и фрукты сегодня мало. Мыть мясо и рыбу сегодня мало. Их нужно вымачивать в ионизированной щелочной воде, чтобы ионизированная щелочная вода нейтрализовала и вытягивала все вредные вещества. То же самое ионизированная щелочная вода и делает с нашим организмом. То есть, ионизатор воды, хоть в современной Латвии, в современной России, в современном мире, это не прибор медицинской тематики, но если мы сейчас так, пах, перенесемся в тяжелое оккупационное время, то там до 92 года ионизатор воды был прибором медицинской тематики. А заметьте, аптек в то время было гораздо меньше. Так вот, ионизированная вода – это не лекарство, но она близка ко внутренним жидкостям нашего организма. И ионизатор воды – это тот прибор, который восстанавливает и усиливает работу иммунных систем, которых в нашем организме три, как я уже говорил. Так вот, для чего нужно взять ионизатор? Во-первых, когда я только пришел в этот, ну, в эту, я считаю, это мое предназначение в этой жизни. Как только я услышал впервые об ионизаторах воды, я услышал это в фитнес-клубе Спортима, там тренера эту воду пили, и получали фантастические результаты, пили люди больные онкологией. И вот когда человек начал пить эту воду и получил гигантские результаты, тогда я задумался, может быть, я что-то недопонимаю. А я в свое время обслуживал и фармкомпании, и знаю примерно, как там все устроено. Так вот, я купил себе такой прибор, и что меня удивило, что через первых два месяца у меня прошла аллергия на кошачью шерсть. И вот уже на протяжении 10-го года я занимаюсь ионизаторами воды, мы уже открыли свое собственное производство в России с нуля, без одного кредитного рубля. И открыли производство здесь, в Латвии, мини-производство на улице Гертруда, 64. На втором этаже производства, на первом этаже у нас находится магазин, который называется Immunitas, что обозначает иммунитет, а наш сайт immunitas.life. Так вот, в приборе получается щелочная, кислотная, серебряная и водородная вода, друзья. Более 300 видов ионизированных растворов. Пользоваться прибором элементарно. Мы его сделали так, что им могут пользоваться даже слепые люди. Но мы, конечно, делаем больше это все на экспорт. Наши основные рынки сбыта – это Германия, это Франция, это Испания. Вот сейчас мы открываемся на Америку. Да? На Америку. Мы выпустили для Америки новый прибор, проточный. Когда вы нажали на кнопку, и течет щелочная кислотная вода. Так вот, что такое щелочная вода? Это вода талая. То есть, мы приходим к той горе, и вода талая, которая течет с горы, только более сильными, обладающими антиоксидантными свойствами. Но, опять же, я могу хвалить свой прибор вечно, да, вечно, но я всегда рассуждаю так. Много ли вы знаете здесь компаний или фирм, которые дают свою продукцию на 3 месяца, на тестовый период, и если человек, покупатель полностью не удовлетворен результатом, мы возвращаем все деньги. Много ли таких компаний? Я таких не знаю. Не знаю. Поэтому, друзья, я приглашаю вас в наш магазин на улицу бывшая Карла Маркса. Это улица Гертруда, 64. Гертруда, 64, магазин Immunitas. Придите, посмотрите. Мы нальем вам бесплатно щелочной воды, которую вы почувствуете результат. Запоры ли у вас, изжога, лишний вес, давление, какие-то аллергии. Вы часто болеете. А вы часто болеете почему? Потому что pH вашей клетки, он стал 6,5. То есть, человек вообще, чем старше становится, тем у него хуже с кровью дела, да? То есть, он закисляется, как и мировой океан. Как и мировой океан. Так вот, щелочная вода, не являясь лекарством, но она восстанавливает наш иммунитет. Она восстанавливает pH нашей крови. Она восстанавливает pH нашей клетки. И организм может со всем бороться. Что делает врач-реаниматолог, когда человек без сознания? Вот сегодня смерть от коронавирусов. А от чего, как правило, умирают люди? Вам говорили же врачи? Нет, но различные тут могут быть... Основная смертность, по крайней мере, в России, то, что я разговаривал со специалистами, это тромбоз, то есть кровь, тромбы в крови, а которые образуются от того, что кровь очень сильно закисляется. Второе – это легкие, куда не попадает кислород, легкие забиты, как будто вот, знаете, как ферри, пенится, да? Ты дышишь, а дышать не можешь. Поэтому в щелочной воде, во-первых, в два раза больше кислорода, в ней есть водород, да, у нас есть еще отдельная водородная вода. Но, друзья, вот я советую взять прибор, попробовать, потому что его гарантия на него 4 года и без каких-либо доплат, хоть в Европе обязательное условие 2 года гарантия, мы даем
в два раза больше, потому что наш прибор рассчитан на 12 лет службы. Там есть электрода 2, один электрод из металлов платиновой группы с ладонь, поэтому это дешево не получится. Там есть голосовой помощник, защита от воды IP54. Прибор разговаривает с вами, да, там есть компьютер, анализатор воды. Этот прибор никуда не встраивается, он переносной, и вы можете взять его и попробовать на 3 месяца. Если вы будете довольны результатом, значит, вы его оставите. Недовольны — вернете. Но в течение уже 9 лет все нашими приборами довольны, и возвраты у нас в России максимум 2-3%, в Европе меньше 1%. Меньше 1%. Ну, вот вы уже сколько лет пьете эту воду? Я, честно, даже, ну 3, наверное, года, да, получается. Ну, вот вы болели за это время хоть раз простудными заболеваниями? Ну, простудными нет, абсолютно. Ну, наверное, и другими, но тоже. Да, просто... и вот если, например, у меня были проблемы, что я заболевал, и когда вы заболеваете, вы готовите кислотную воду. То есть, щелочная вода – это вода, которая восстанавливает иммунную систему, в ней завариваются все травы и чаи прямо в холодной, она помогает нашему организму избавиться от ацидоза. А что такое ацидоз? Это вот что общего я начал между похмельем, дегенеративными болезнями и ацидозом. Вот когда нам плохо от алкоголя – это ацидоз, мы закислили себя. И даже здоровый человек испытывает то, что испытывают люди больные. Больные ацидозом, которые, возможно, алкоголь-то никогда не употребляли, потому что это яд, наркотик, ну и лучше это и не делать. Но в то же время, друзья, в то же время, если вы начнете пить ионизированную щелочную воду, вы почувствуете, и сахар в крови будет лучше, и давление будет легче, ну, поменьше, и желудок начнет работать хорошо, никаких запоров, никакой изжоги, да и вообще вы будете себя чувствовать хорошо, если у вас остеопороз. А что такое остеопороз? Это когда организм берет кальций из костей и зубов, да, для того, чтобы сохранить нашу жизнь. Вы это все увидите, вы это все почувствуете. Друзья, прибор наш стоит так, 499 евро, сегодня вы можете его заказать за 399 евро. Кто-то скажет, что это дорого. Но давайте посчитаем. 399 евро разобьем на количество лет. Даже ошибемся в свою сторону. 400 евро разделим на 10 лет. 40 евро в год. Ну, мы же не раз в год будем пить эту воду. Да, щелочную, кислотную, серебряную, водородную. Вымачивает не овощи и фрукты, рыбу, мясо. А кислотная вода – это дезинфектор. Дезинфектор. Она убивает все вирусы и бактерии. В России она уже продается под названием «Аналит», как дезинфицирующее средство. Я перестал лосьоны покупать, в принципе. Потому, да, что, вот я тоже побрился. Никаких аллергий. То есть, кислотная вода при похмелье, при раздражениях, при ожогах, при боли в зубах, вот к врачу не попасть, взял кислотную водичку, и все. При грибковых инфекциях, если у вас грибок на ногах, то кислотная вода – это лучшее средство, чтобы за неделю избавиться от грибка. Так вот, досчитаем. 40 евро в год – уже недорого, да? Даже мы ошибились в свою сторону. Но здесь же еще на 10 месяцев разделим – это 4 евро в месяц. Но мы же не раз в месяц будем эту воду пить, а каждый день. На 30 дней разделим – меньше 10 евроцентов в день. А сколько сегодня стоит бутылка минеральной воды? А ведь щелочная вода равно минеральная вода, только еще обладает антиоксидантными свойствами. Поэтому, друзья, я вас приглашаю. А, еще же сегодня в подарок идет, который я сделал вам. Это ионизатор, очиститель, увлажнитель и УФ-лампа именно воздуха. Ионизатор воды, ионизатор воздуха – два прибора за одну цену. Но как его заказать? Просто позвонить по телефону 2-700-5530. 2-700-5530. Запишите этот номер. 2-700-5530. 2-700-5530. Или найти нас в интернете, просто набрав всего два слова. Ионизатор Аквалайф. Ионизатор Аквалайф. Русскими буквами, да? В любом поисковике. Или зайти на наш сайт immunitas.life. Ну, или прийти в наш магазин на улицу Гертруда, 64. Мы работаем с 11 утра до 7 вечера. Выходное воскресенье. В субботу до обеда работаем, да, до 2 часов. Поэтому заходите, улица Гертруда, 64, или звоните 2-700-5530. Но я бы хотел сегодня послушать отзывы. Отзывы вот свежие, да, они сделаны в прошлом месяце. Это отзывы наших покупателей, первую, да, часть только, наших покупателей в России. Послушайте, что они говорят о нашем приборе. Потому что всегда лучше о нашем приборе скажут наши покупатели. Сайтанов Владимир Аркадьевич. Я покупаю два прибора. Первое впечатление – просто очень вкусная вода, хорошая, легко пьется. Кроме того, я стал чувствовать существенное улучшение в области пищеварения. Значит, если вы думаете, что меня наняли для рекламы, поэтому я так его хвалю, то нет, я просто пришел его купить. Мне предложил вот продавец сказать, что я об этом думаю. Более высокую концентрацию я пил, она хорошо снимает у меня грибок. Кислую воду я применял после бритья. От, извините, угревой сыпи, мертвая вода помогла вылечить отцу в очень запущенном состоянии ногтевой и грибок стоп. Я Александр Масарский, академик Всемирной академии наук, искусств, культуры. Мы давно пользуемся этой водой. Заметили
серьезные сдвиги в своем здоровье в положительную сторону. Мы используем вот замечательно наш СПА Аква от компании Аква Лайф. Это научный прибор, который делает щелочную и кислотную воду. Также можно посеребрить эту воду. Он не только дает полезную воду, а еще дает так называемую мертвую воду, которая все дезинфицирует. У меня стал вылечиваться гайморит. Я сейчас приобретаю еще два прибора. Вся моя большая семья благодарна за то, что в нашей стране появился такой замечательный, уникальный прибор. Большое спасибо. Покупаю очередной прибор. Сама два года употребляю водичку. Давление как у космонавта. Я почувствовал себя значительно легче и лучше. Большое спасибо тому, кто его изобрел. Мне 90 лет. Спасибо вам за этот прибор. Мне 68 лет. Набираю стаканчик кислотной воды, мою лицо, потом стаканчик щелочной воды. Все это смываю. Это действительно спасает от морщин. Мне 72,5 года. Купив этот прибор год назад, я получил такие ошеломительные результаты, которые я не мог получить ни на биоактивных добавках, ни на всех разных нетрадиционных методах лечения. И давление, и самочувствие, и колени с артрозом второй-третьей степени. Если бы не эта чудесная вода, это чудо-вода, я бы не стоял даже перед вами. Я купил и одной дочке, и второй дочке подарок. Я Борис Васильковский, заслуженный тренер СССР. Мне 81 год. Мы с женой в течение вот двух лет пользуемся вот этим прибором. У нас болели суставы, особенно у жены. Она стоять не могла. Я когда вставал со стула, проваливался, это тоже со спиной было связано. Благодаря, я считаю, вот этой воде, потому что ничего другого мы не применяли. Знаете, и не только суставы, зрение даже улучшилось. И давление стабилизировалось. И все болячки, которые у нас были, вы не поверите, прошли. Но действительно, работает здорово. Ну, друзья, это работает, и это здорово. Поэтому этот прибор можно и нужно дать людям на тестовый период и вспомнить те технологии, которые были забыты. Ведь хоть Советского Союза нет, но этот прибор был там прибором медицинской тематики. И на чем была основана советская медицина, которая не умерла, а переехала, куда вы знаете уже, да? В Англию. И там является доминирующей бесплатной медициной. Лечение на водах. Лечение на водах, друзья, именно там. Также, какая самая здоровая нация на Земле? Это Япония. Японцы, именно по исследованию Всемирной организации здравоохранения, это самая здоровая нация. Так вот, в Японии ионизатор воздуха и воды является прибором медицинской тематики уже 40 лет. Друзья, поэтому, вот я всегда рассуждаю так, обещать не значит жениться. Поэтому приходите в наш магазин на улицу Гертруда, 64, это практически угол Савату. Там бесплатная стоянка, полчаса, улица Гертруда, 64, да, самый центр Риги. Его магазин называется Immunitas, Immunitas. Заходите на наш сайт immunitas.com. Life. Или позвоните по телефону и получите консультацию. Запишите этот номер 27005530. 27005530. Я сам пью воду 9 лет. За это время ни разу не болел. Моя мать избавилась от астмы, от остеопороза. Да, это не лекарство, друзья. Но все-таки сегодня мы знаем, что антибиотики не помогают нам от коронавируса. Сегодня нас спасти может только наша иммунная система и чистая вода, которой не хватает. А этот прибор готовит воду из обычной водопроводной воды. И готовит воду щелочную, воду кислотную, воду водородную и воду серебряную. Более 300 видов ионизированных растворов. И этот прибор никуда не встраивается. Он переносной. И стоит он меньше 10 евроцентов в день. Стоит ли ваше здоровье этих денег? Поэтому приезжайте. Улица Гертруда, 64. Заходите на наш сайт immunitas.life или просто введите в поисковике всего два слова. Ионизатор Аквалайф. Ионизатор Аквалайф. Или позвоните и закажите прибор с доставкой на дом. По телефону 27005530. Я обещаю вам, друзья, всего две вещи. Или результат, или возврат денег. Но поверьте, я как никто другой знаю и уверен в том, что результат будет. Потому что никто не любит деньги возвращать. Но вы получите колоссальный эффект. Вам понравится вкус этой воды. Вкус супов, которые готовятся на этой воде. И вообще эта вода просто вкусная, прекрасная и полезная. Как щелочная, так и кислотная, так и серебряная, так и водородная. Но об этом вы узнаете в нашем магазине на улице Гертруда, 64, зайдя на наш сайт immunitas.life или прямо сейчас, позвонив по телефону 2-700-5530 и заказав прибор со значительной скидкой и с подарком вторым прибором, ионизатором воздуха. Звоните 2-700-5530 и будьте здоровы!